Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы сразимся против мятежных легионеров. Возьмем нашего Аркура. Возьмем ему 200 имперских легионеров. Восстание возглавляет, как всегда, у нас Нилия. У нее тоже 200 легионеров. И мы сразимся с этими легионерами в чистом поле. Так что у нас будет 201 против 201. И начнем. Что я хочу сделать? Я хочу разделить легионы по 100 человек. Вот так вот. И поставить их в черепашке. Так, это первая черепашка. И вторая черепашка. Вот так вот мы их поставим. Посмотрим, что нам предложит враг. Значит, у нас две когорты по 100 легионеров. Как вы видите, вверху у нас полоска показывает, что силы у нас равны. Так, я всех выделю для общей команды. Приближается враг. Так, левый фланг, мне кажется, он больше загребет. Хотя посмотрим. Немножко подразверну их. Пошел он линией. Так, врубился он в две мои когорты. Поднакину я дротиков с тыла. Я смотрю, и добьем убегающих. Эх, в дерево врубался. И раздавили мы. То есть получается, в защитной позиции, если стоять в черепашке, то мы при равных прочих разносим точно такую же по силе войска. Так, хорошо. Что у нас? Потеряли мы 138. Убили 164. Я хочу теперь увеличить. Где-то, ну пускай будет 301 вместе с Нилей против наших 200. Хочу попробовать линию на холме. Вот так мы станем на холм, сделаем линию.
Будет у нас небольшое преимущество. Пойду немножко попытаюсь разбить строй врагов, чтобы они на меня отвлекались. Поставил враг тоже свое войско в линию. Так, и попробуем срубить командира. Дотянул. Так, там еще далеко идти им. Командир пошел на копье. Скала их разрезала. Тихо-тихо-тихо, сейчас копьями меня зашаряют. Базовые персонажи прокачаны. Есть, отлично. Так, они без командира должны действовать как-то по-другому. Ну, посмотрим. Идут они линией. Попробую развернуть. Щиты на меня? Нет, молодцы. Равняются. Где тут у нас воодушевление? Так, ну что там наши дротиками работают? Нет, не работают. Пытаются обойти. Обойти, да, разносят нас. Даже без командира они нас просто разносят. Убегают мои последние войны. И смотрим. А тут тупик. Так, хорошо. Что я хотел еще попробовать? Я хотел попробовать все точно так же, только в черепахе. Так, ставим черепаху вот сюда на холм. У
Вот так вот. И посмотрим, что получится. Когда они будут атаковать черепаху. Так, 301 против 201 имперского легионера. Приближаются. Идут свободным строем. Не ставят он их в стену щитов. Метнем дротики. Смотрим. Стоим, 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 стоим. Все, да, мы рванули. Нет, все равно не вытянуть. Такое сражение, перевес 100 тяжелых легионеров, конечно, очень мощно. Так, соточку мы убиваем, 150. Теряем. Не вытянут, не вытянут, мне кажется, вообще никак этот бой. Перевес очень большой. Так, ну что, на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Поставьте лайк, пожалуйста, если понравилось. И до новых серий.